Оставим на время спорт и перенесемся в Таиланд. В Хуахине сегодня закрыты крупные магазины и рынки. Такие меры там пошли после серии взрывов, прогремевших в стране. Первых подозреваемых в их организации уже задержали. По данным полиции, двое человек в результате этих атак погибли. Как рассказал в эфире Лайфа житель Хуахина и наш соотечественник, в данный момент в трех больницах находятся 23 пострадавших. По официальным данным, россиян среди них нет. Взрывы произошли в курортных городах Хуахин и Пхукет, а также в провинции Суратхани на юге Таиланда. В провинции взрывные устройства привели в действие поблизости от полицейских участков. На острове Пхукет бомба сработала в популярном у туристов районе Патонг. Ранение получил один человек. Местная полиция считает, что еще одно взрывное устройство на одном из пляжей Пхукета им удалось обезвредить. Минувшей ночью бомба взорвалась на рынке в южной провинции Транг, став причиной гибели одного человека и ранив еще 7 местных жителей. Ну а еще два взрыва прогремели в курортном Хуахине, где также погиб один человек. Причины произошедшего пока неизвестны. Как рассказывают местные жители, сегодня в Таиланде отмечают праздник матери. В этот день принято находиться дома. Поэтому террористы вряд ли выбрали сознательно это время для своих атак. Сегодня, в принципе, нет людей вообще. То есть сейчас город абсолютно пустой, и день тишины, никто никуда не ходит. Все рестораны закрыты абсолютно, поэтому все это абсолютно бессмысленно как-то выглядит. Я думаю, что это какие-то единичные какие-то случаи, может, какие-то внутренние какие-то разборки, но это не теракт точно. Тайские полицейские не исключили версию терактов. На турпоток эти происшествия пока никак не повлияли. Как рассказали наши отдыхающие, о взрывах они узнали из России, от родственников. Говорят, в отелях никакой паники нет. Представители туроператоров молчат просто. Свои планы туристы не отменяют. Смотрим еще за обстановкой. Вообще собираемся на пляж. Если будет все спокойно, то так и сделаем. Потому что, ну, в принципе, все спокойно. На мой взгляд.